6 апреля в Каспийске по улице Молодежная, 8, проходит сельскохозяйственная ярмарка в преддверии священного праздника Ураза-Байрам. С самого утра здесь собрались лучшие фермеры со всей республики, готовые рассказать о своем натуральном продукте. Для производителей это очень хорошо, что найти новых клиентов, новых покупателей. А также, я думаю, и для населения тоже хорошо покупать качественную нашу дагестанскую продукцию. Перед праздничной ярмаркой, конечно, создали это хорошо. Все, которые живут в городе Каспийске, можете приходить к нам на ярмарку и самые дешевые цены в Дагестане. На ярмарке будет представлена продукция дагестанских производителей в большом ассортименте. Это овощи, фрукты, молочные продукты, чай и многое другое. На этот раз фермеры приехали в город из Киргебельского, Кизилюртовского, Кизлярского, Левашинского, Дербенского и других районов республики. Мы производим урбеч, производим кукурузную муку. Имеется у нас собственная мельница. И также мы представляем нашу традиционную сушеный абрикос, а также другие продукты. Цены приемлемые, которые по всему Дагестану. Отметим, что ярмарка будет проходить в течение 2 дней с 6 по 7 апреля с 9 утра до 6 вечера.